В Кирове вынесли приговор по резонансному делу о сбежавшей из детского сада полуторагодовалой девочке. Бывший руководитель частного садика «Маленькая страна» признана виновной по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в областной прокуратуре, суд согласился с мнением гособвинителя прокуратуры Ленинского района Кирова и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. При оглашении приговора суд взыскал в пользу родителей девочки компенсацию морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Все произошло 10 ноября прошлого года. Полуторагодовалая воспитанница вышла из садика в одном подгузнике. Ребенок, оставшись без должного внимания и присмотра со стороны работника детского клуба, покинула помещение и вышла на улицу. Вместе с тем девочка была своевременно обнаружена прохожими. На место были вызваны сотрудники полиции и медицинские работники.